Муравленковцы удостоены различных наград за трудовые успехи и в связи с профессиональными праздниками. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня войск Национальной гвардии почетной грамотой администрации города награждена Алия Ератова. Благодарственный адрес вручен Николаю Колпакову. В связи с 25-летием со дня образования окружного управления федерального казначейства благодарственными адресами отмечены Олеся Кислицына, Олеся Осотова, Ксения Шмелькова за содействие в организации чемпионата и первенства Ямала по кроссу на снегоходах. Благодарственными адресами награждены Кирилл Рылов, Амар Гасанов и Хамзат Дадаев.